Члены отряда юных друзей полиции «Факел» из Немчиновского лицея готовятся к предстоящему зональному этапу областного слета со всей серьезностью. Только при таком подходе к тренировкам можно рассчитывать на призовые места, тем более на победу. А проигрывать факеловцы не привыкли. Наш отряд ЮДП, возможно, самый титулованный в области. 10 октября в Истре ребятам предстоит пройти сразу через 5 конкурсных испытаний. Правовая подготовка, медицинская подготовка, строевая подготовка, есть еще спортивная подготовка и творческий конкурс – это визитка команды. 10 человек, 12-15 лет. Цель этого слета – форма работы по профилактике социального поведения, противоправных нарушений среди подростков, а также агитация правовых знаний, ну и профориентация. Сила отряда в командном духе. Кто-то лучше понимает медицину, кто-то быстрее ориентируется в статьях Уголовного кодекса, кому-то легче дается творческий конкурс. Каждый силен в чем-то своем. Ну а вместе они – самая настоящая команда, готовая к выполнению любой задачи. Конечно, даются эти навыки непросто. Самое сложное – это собрать всех, сказать, что это не страшно, потому что капитан, как-то ответственности побольше все-таки. Тот, кто дольше в отряде, тот уже помогает тем, кто только вошел в отряд. Никогда не отказываем, потому что мы же команда. Мне кажется, самый сложный конкурс – это правовая подготовка, потому что надо много всего учить, много всего знать. А также медицина тоже очень сложная. В медицине нужно помнить, что делать в каждой ситуации, как обращаться с человеком, и вообще, можно ли какие-то предпринимать действия или это нельзя делать. Подготовку ребят к медицинскому конкурсу ведут настоящие профессионалы, чья ежедневная работа – именно оказание первой помощи пострадавшим. Для наглядности медики даже привозят с собой специальный тренажер, на котором факеловцы день за днем оттачивают свои навыки. При подготовке к какому-либо мероприятию частота занятий, естественно, увеличивается, то есть это практически ежедневные занятия, а так занятия проходят 1-2 раза в неделю. Мы привлекаем специалистов скорой помощи, мы активно сотрудничаем со специалистами отдела по делам несовершеннолетних, что касается подготовки к правовым вопросам. На протяжении всех последних лет подготовкой отряда занимаются педагоги Немчиновского лицея ГНС Аакова и Надежда Захарова. Во многом благодаря их усилиям и энтузиазму ребятам удается становиться лучшими на зональных и региональных этапах слета юных друзей полиции. 10 октября в Истре факеловцев ждет непростое испытание. Давайте пожелаем им удачи. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».